Божечки ты мой! Матч Рэнди Ортон против Джона Сины против Трипл Эйча. 30 марта 2008 года. Орландо, Флорида. Матч за титул чемпиона WWE. Тип матча — тройная угроза. На Royal Rumble 2008 года Рэнди Ортон удачно защитил свой чемпионство WWE. На том же самом pay-per-view Джон Сина шокировал весь мир, когда он вернулся от своей травмы и выиграл Royal Rumble, выиграл матч Royal Rumble, когда он убрал последним Triple H с ринга. Джон Сина затем использовал свою возможность сыграть за титул в WrestleMania, сражаться за титул в WrestleMania, когда он вызвал на испытание Рэнди Ортона за чемпионство WWE на No Way Out. Ортон был дисквалифицировал сам себя, когда он пытался спасти свой титул. Ранее этим же вечером Triple H выиграл матч Elimination Chamber, чтобы стать первым номером один претендентом на чемпионство WWE. Следующей ночью на Роу Сина выиграл матч против Ортона и был добавлен также в матч за чемпионство WWE на WrestleMania 24. Triple H выписал педигри обоим, и Сине, и Ортону, и таким образом начался и был создан матч Triple Threat, то есть тройная угроза. Впервые за последнее время на представлении бессмертных. Джон Сина хочет вернуть себе то, что он никогда не терял. Чемпионство WWE. И снова он выходит под твою классную музыку. Нет, вроде уже без цепочки. Что тоже плюс. А смотрите, они лого добавили теперь. Теперь какие-то лого есть. А, они и раньше были, что-то я забыл совсем. Но они повторили. Вот мне понравилось, как они реконструировали. Реконструировали интерфейс каждой WrestleMania и все лого, которые здесь были. Да, Джон Сина, ты, конечно, крут, но ёптать. Мне нравится матч у Джона Сины, когда они необычный матч, то есть, допустим, когда без дисквалификации, без еще чего-то. Но когда обычный матч на ринге смотришь по всем правилам, которые проходят, это просто ужасно. Невозможно смотреть. Он либо мочит всех без разбору и после 50 финишеров выбирается и начинает всех мочить, как будто ничего не бывало, либо валяется на полу 5 минут. И вот выходит из своей травмы Triple H. Triple H смотрит, то есть хочет сегодня сразиться на потрясающей сцене и стать 12 раз чемпионом. Это была длинная карьера для него. И слишком много творилось на ринге для игрока. Он напряжен и сфокусирован, как и любой атлет, как никакой атлет, которого когда-либо видел. Он говорит, что он бы умер, чтобы выиграть титул WWE. Вот, ребята, какое у него настроение. Какое уникальное сегодня окружение для матча тройной угрозы. Каждый человек за себя. Тебя нельзя дисквалифицировать, тебя нельзя отсчитать. Все очень просто. Первый человек, который сможет выиграть при помощи падения или удержания на ринге, будет победителем. Значит, я смогу взять биту и всех отхерачить. Блин, я подумал, мне ачивку за что-то дали. Мэтт Тони Друст меня обломал. А я-то подумал, сейчас мы как отхерачим кого-нибудь. Приведу 20 детишек, которые из Сину болеют и так далее. Неважно. Ведь еще что в 2004 году, третье поколение... Рэнди Ортон, третье в своем поколении, пришел сюда, и он стал... Это его уже шестое чемпионство. Если Рэнди Ортон сможет выйти сегодня чемпионом, не будет человека, женщины или ребенка на земле, который сможет отрицать, что он крутой чемпион. Мы сегодня ранее говорили о том настроении Трипл Эйча и желании Сины. Рэнди Ортон сказал то, что он все это сложит вместе, что есть у Сины Трипл Эйча, и тогда, если вы сможете все это вместе, тогда вы получите Рэнди Ортона. По-моему, Рэнди Ортона мы впервые видим, поэтому давайте не будем пропускать это дело. Посмотрим на его прекрасные красные труселя. А чё Triple H шёл? Он такой, я не с вами, не. Это лучшее для бизнеса, когда я не с вами. Да. Где моя цена? С лошадиной Харри? Где она? Где Брок Леснер? Я буду только связаться с Броком Леснером теперь.
Да. Какой размазанный. Видите, вот прямо сейчас над Ортоном сверху, справа, размазанный экран, такой растянутый. Да-да-да, ты всем показал свое чемпионство, молодец. Мы все это поняли, спасибо. Как глупо выглядело это дело сейчас. Чемпионство WWE. Я сразу уйду с ринга, ничего не знаю. Возьму какой-нибудь стул, если это матч без дисквалификации. Так, за кого играет? За Сину, наверное, да? Снова за... Сина! Сина! Ух ты, я играю за Ронта, за Онтера, я снова хотел сказать. Дайте уйти отсюда. Что это за херня была? Надо ударить Triple H при помощи WWE тайтла. What the fuck? А как его? Пусть его нельзя сюда. Занести. А нет, можно. Надо было левый бампер зажать. Дерьмо! Джон Ортон стап на Сине и Трипл Эйч. О, это сложно будет сделать. Это когда нужно их подвести к канатикам. Или нет? Или я что-то путаю? RKO. Ну ладно. Who you can trust? Nobody, JR. That's who you can trust. Nobody. The game has gone through absolute hell to earn this opportunity after winning the Elimination Chamber. Don't forget about the Kane's career-threatening injury. It's impressive the amount of dedication and physical conditioning that saved Triple H's. Тебе тоже привет. Triple H tore his right quadriceps in a game. Я ничего вообще не нажимал, не знаю, почему мне сказали слишком быстро. It doesn't matter who gets pinned here. The man that makes the pin is the WWE champion. That's why we talked about the fact that it doesn't really favor Orton, because John Cena could pin Triple H, or Triple H could pin John Cena, and Randy Orton not even be involved. Reverse. Пошел в жопу Сина. The champion is always at a disadvantage in a triple threat. It's almost an unfair advantage. Да что на меня-то? The champion. Пошли вон. It's Randy Orton who has the giant target on his back tonight. Now back into the ring. Я буду заряжать свой signature move, ничего не знаю. Я клёвый. О, вот я. Привет. Heading back into the ring now. What a shot. John Cena never thinks that he's going to lose. He isn't programmed that way. Вот. That's what makes Cena such a fierce competitor. Вот он стамп. На Сине я сделал, надо теперь на Triple H. Let me tell you, better him than me. У Сины тоже есть камбэк? John Cena and Triple H have made it clear. Neither man will rest until Orton loses the WWE Championship. Oh, that's easier said than done, JR. Orton won't go down without a fight. Надо бежать. Вообще-то выполняется в углу, это угловой финишер, ну ладно. Спасибо, Синий, спасибо. Ой, привет, RKO! Иди сюда. А что сделать-то? А как сделать камбэк на него? Это, видимо, WrestleMania момент. О, да. Я про вот это говорил. Я думал, что вот это вот Orton Stamp. А это как-то по-другому называется, вот этот удар, который на канатиках. Да, и он второго сейчас возьмет еще. Окей. Фак! Я не заметил этого дела. А мне сейчас не зачтут это дело.
Все заново. Потому что я просрал. Я задумался о чем-то. Я пошел отсюда. Опс. Отстань от меня. А что ты делаешь? Нет, не надо зажимать, это я что-то попутал. Пошел вон. Oh, these three men have agitated, interfered, and interjected themselves in each other's business for months, and it all leads up to this moment. Ну и насрать. Привет. Хочешь суплекса? Немножко суплекса. Совсем чуть-чуть суплекса. Много суплексов? А ты чё встал? Пошёл вон. What a landing. Больше суплексов. Knocked into the middle of next week. А, я думал, меня пошлет на веревке, но нет. Мясо! Ладно, я буду тогда наращивать себе сильный чермух. If you want to survive in WWE, you must beware of Randy Orton. Cold. Я пошел с ринга, вообще там подзаряжаюсь. Здесь Сина не сосунок не будет. Во, наконец-то. But how long will it be before Triple H and Randy Orton turn on each other? If I'm Cena, I'm hoping it's sooner rather than later. In a triple threat. Дайте кого-нибудь уронить. Sometimes it's best if you. Ладно, да, давайте сражайтесь там. Слушайте, ну у меня сигнатур мув закончит таким образом. Наконец-то. The fuck! The fuck! Да что такое-то? Что за бред? Ну вот, все, я просрал его. Да пошли вы в задницу, а! Слушайте, я не могу ничего сделать. Эти два дебила... Ну, отлично, и на мне сделали, потрясающе. RKO! Пошел вон! Не смейте его трогать! Я буду заряжаться тогда! Странный Сина! О да! А что он оторвался от него? Упс, прости. Но придется тебе полетать, Сина. О, да, я же Рэнди Ортон. Вот, почему? Вот что за фигня была? Вот, наконец-то. Опять на Сине первым. Что? С Triple H мне там... Охереть! Да вы чё? RKO! RKO, детка! Камбэк и сигничер у них, пусть они сами сражаются. Я пойду еще один заряжать сигничер мув. А, во, надо быть одному на ринге. Здесь, окей. Сейчас я не просру, сейчас я не буду отвлекаться, хорошо? А, в смысле, эй. Так, ну нужно вспомнить, почему у эй такая история. Надо отойти к Википедии срочно. Именно в этот момент нужно отойти к Википедии и посмотреть, что же там будет. О, фак, я случайно нажал эй. Так, икс сейчас будет, да? Икс. И сейчас еще что-нибудь нажать надо будет. Нет? О, да! Так, осталось только Signature Move выписать. Что такое Punt Kick? В углу? Ну, то же самое, короче говоря. Угловой финишер, понятно. О май гад, нет! Боженька, не покидай меня!
Охереть, теперь они надо мной работают. Обалдеть! Козлы. Нужно Triple H провести это дело. Ордон, что ты делаешь? Вставай! Ну все, у меня опять финишер. Привет. Нихера себе. И он мне сделал педигри. Потрясающе. Сина, боже, мне поможешь? Нет? Сейчас же проиграешь. Сина, помоги! Сина! Молодец, Сина! 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 Давай вместе с ним, давай. О, да. Сина, я тебя спас. Ну чё, камбэк? Где камбэк-то можно было сделать? Это хелл. Я сам выкинулся. Слушай, я не могу, не знаю, как камбэк сделать на нем. Я теперь не могу встать, я мертв. Надоел. Молодец, Triple H. Ладно, я буду заряжаться, ничего не знаю. Блин, ну Triple H сложно положить. Иди сюда. Слушайте, я не могу ничего сделать. Отстой. Охренеть, ну ладно, пусть они там сражаются, я позаряжаюсь, так и быть. Наконец-то! Козел! Наконец-то! Фак. Так, где корнер финишер можно сделать? Вот. Все. Сина встанет, Triple H валяется, ничего не знаю. Давай вставай скорее! Быстрее. А, он около рёк. Я это сделал! Рэнди, мать его, Ортон выиграл! И вот ваш победитель! И до сих пор чемпион WWE! Рэнди Ортон! Вот что мы должны были узнать о Рэнди Ортоне. Когда Бюро хотел выиграть чемпион WWE с педигри при помощи Джон Сина, Ортон капитализировал и все-таки оставил себе свое чемпионство. Все, я прошел главу, оказывается. Это был последний матч в этой главе. Вау, мы закончили. Наконец-то, с Ruthless Aggression. Теперь началась Universe Era! Самая потрясающая эра в мире Джон Сина! Джон Сина лучше всех! Потрясающе!